«Узнай о своих долгах». Акцию под таким названием проводят новосибирские судебные приставы. В международном терминале аэропорта Толмачева на входе будет работать специальная стойка, на которой круглосуточно можно узнать информацию о своих долгах. Многие новосибирцы активно интересуются. Волнение есть? Ни в коем случае. Все погашено. Ну, то есть машину не возите? Вожу. Не боитесь, что какие-то долги вдруг всплывут? Нет. Все оплачено. С начала этого года судебные приставы запретили выезжать из страны 50 тысячам должникам Новосибирской области. Это и штрафы ГИБДД, и алименты, и кредиты. Однако во время новогодних праздников, чтобы не омрачать впечатление об отдыхе, всем должникам упростили оплату их задолженности. Мы постараемся в максимально сжатые сроки рассмотреть вопрос о снятии ограничений, связанных с внесением постановления об ограничении на вылет. То есть это будет занимать от нескольких часов до суток, да, в зависимости от ситуации. То есть мы каждую ситуацию берем на контроль, поэтому вот в таком оперативном режиме наши сотрудники круглосуточно работают.